Меня зовут Роман Широков. Мне 35 лет. Я врач-акушер-гинеколог. Вообще-то я работал в столице, но обстоятельства заставили меня приехать в родной город. Рома, это ты виноват, ты! Я специально для Анечки пригласила столичного специалиста. Приехал в родной город отдохнуть, навестить отца. И тебя тут же напрягают. От Широкого центр создают. Широкого то, Широкого сё. Он ходит на понтах, как на колесах. Я согласился на предложение начмеда Савчук, и вот уже месяц работаю ординатором местного роддома. Веду прием в женской консультации и дежурю в отделении гинекологии. А коллег, похоже, интересует только один вопрос. А чё он из столицы уехал? Мне нужен ложный диагноз. Роман Алексеевич, вы вообще что себе позволяете? Ты что, не понимаешь, что за все придется отвечать? Кто ты? Заведующая родильным отделением. Бондарев Валентин Иванович, один из лучших наших специалистов. Манский. Я начмед, Савчук Екатерина Сергеевна. Мне нужно делать аборт. Вам Бог дал шанс родить здорового ребенка. Ну так дайте ему жизнь. Вы никогда об этом не пожалеете.